Привет, друзья! С вами снова Шин и Даром. Пытаемся для вас снять какой-нибудь полезный материал. Вот, сегодня решил показать разницу колес для Hard Enduro Mythos EF07, в частности, по цветовой маркировке. У нас тут три колеса, желтая, зеленая полоска и две зеленых. Собственно, немножко теории расскажу. Желтое – это у нас колесо с увеличенным сроком службы, износостойкое, твердый компаунд. Зеленая полоска – это у нас колесо с более мягким компаундом и облегченным кордом для более легкого монтирования мусов. Вот, а две зеленых полоски – вот у нас с краешку стоит колесико – это самая мягкая покрышка, очень мягкий компаунд и, соответственно, тоже мягкий каркас. Собственно, вот. Что еще про них можно рассказать? Ну, внешне не отличаются. То есть сам состав резины, даже визуально видно, что эти две покрышки, зеленая и желтая, они более матовые, а две зеленых полоски, компаунд, он как-то немножко более блестящий. Как наглядно показать разницу между колесами? Берем вот эту шашечку и сгинаем ее. На желтой покрышке сгибается слабенько. На зеленом колесе сгибается уже сильнее, но быстро восстанавливается. И на колесе с двумя зелеными полосками состав как будто немножко пластилиновый. То есть сгибается вот аж вот так вот. Просто жестко. И немножко остается в таком же состоянии. Видите, шашечку перекосило. Она, конечно, чуть позже примет свое место. Ну, вот такой вот состав у двух зеленых полосок. Очень мягкий. Пальцы аж прилипают к резине. То есть чувствуется, что как пластилином. Как пластилин трогаешь, чувствуется. Вот, и шип остался замятый. Сами понимаете, что такое колесо будет хорошо цепляться за все. Называют еще липкая резина. Прилипает она ко всему. Но ходить она будет, естественно, меньше значительно. Знатно так намнем их сейчас. Основательно. Ну это прям твердое. Чувствуется. Жесткое. Вообще вокруг этих полосок у Mythos'а ходит очень много легенд, и большинство людей очень много не понимают, как их отличать. Даже в группе недавно у нас был спор. Человек спорил, что желтая и зеленая полоски отличаются только кордом. То есть на зеленой полоске говорил он, что корд мягче и все. Составы полностью одинаковые. Ну, собственно, совсем это неправда, совсем это не так. Еще раз. Потрогаю я сейчас ее. Вот. Ощутимо мягче. Просто очень-очень-очень значительно мягче зеленая, чем желтая. Компаунд мягче. Не только корд. Вот. Еще раз потрогаю. Зеленая мягче, чем желтая. А две зеленых еще мягче. То есть самая мягкая, средняя, самая твердая из серии EF07. Вот такие дела, друзья.